Если говорить про тренды, то сейчас, мне кажется, есть три таких очень интересных технологических тренда, всем известных. Один из них — это мобильные девайсы, мобильные приложения. Другой — это социальные сети и сервисы, которые можете создать, потому что огромное количество пользователей пользуется ежедневно и многократно социальными сетями. И последнее — это облачные приложения, облачные вычисления. Особенно в совокупности эти тренды представляют огромное количество возможностей для стартапов, для создания новых бизнес-моделей, создания новых технологических моделей. И как бы идет огромный передел текущего рынка и создание новых рынков в области технологий. Если говорить про то, чем интересуется Руна, то Руна в особенности интересуется трендами немножко перпендикулярными по своей сущности этому. Один из них – это образование. Мне кажется, что огромное количество возможностей связано с тем, что образование сейчас еще плохо автоматизировано. Оно будет гораздо более другим в будущем. Другой тренд – это медицинское обслуживание, все, что связано со здоровьем. И третий тренд – это правительство. Мне кажется, что это понятно совершенно почему. До недавнего времени информационные технологии, интернет были доступны только маленькой части населения.